Я считаю, что это очень важная и нужная вещь. Ну, я бы даже не назвал это затеей, я бы назвал это проектом. Дело в том, что мне, как человеку, который живет достаточно далеко практически на том стороне, на той стороне земного шара, мне гораздо понятней, что это значит. Когда ты живешь где-нибудь там в Ташкенте или там в Киеве, ты сел на поезд, и ты там. Там из Риги это всего ночь ехать. В Америке ты ощущаешь вот эту оторванность. Но самое главное, что ты ощущаешь там, это то, что вот то, чего мы недопонимали здесь, что мы все принадлежим к этой стране, что эта страна нас объединяет. И неважно, кто ты по национальности, по вероисповеданию. Дело в том, что для них мы все русские. То есть неважно, кто ты, татарин, еврей, русский, латыш, если ты приехал оттуда, ты русский. И, в принципе, для меня это самый важный момент и самый интересный, пожалуй, момент, который меня занимает как билетриста. Это именно кто мы, что и почему мы такие, почему мы отличаемся от них. Поэтому я никогда не пишу, допустим, об американцах. То есть они всегда фон, они всегда... действующие лица, но главный герой мой — это всегда человек отсюда. Не обязательно русский по национальности, по крови, но человек отсюда, потому что он в корне отличается от тех людей. И то, что вот там говорят, там русская душа, что-то... На самом деле в этом что-то есть действительно.